Я позвал вас сюда не для того, чтобы вы меня защитили. Хотя не без этого. Вы приехали сюда, чтобы впервые за четверть века вы смогли защитить свою страну, независимость. Во-первых, я знаю, у вас очень много дел дома. Вы убираете хлеб. Я знаю, что завтра в школу. И у вас много забот, чтобы подготовить детишек и внуков к этому, к этой работе. А самое главное, я помню те 90-е. Здесь стояли люди, рабочие, с кастрюлями и чайниками и просили кушать, просили накормить детей. И я это все видел вот из того окна. И тогда я поклялся помочь вам и не допустить судьбе белорусов лошадей. Я не сторонник уличных лошадей. Я не сторонник митингов. Но, увы, это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на помощь.